Добрый вечер всем, кто к нам... О боже, боже. Добрый вечер всем, кто к нам подключился, и всем, кто ждет второго матча. У нас матч между Team Secret и Team Empire. Сражение крутейших коллективов европейской СНГ, да и вообще евразийской доты. Конечно же, мы не... Ну да, наверное, евразийской, вплоть до Китая. А так, в принципе, мощнее, чем Empire в Восточной Европе и в России. Команды найти нельзя. В общем-то, Empire показали, что они крутейший коллектив на последнем лан-финале StarLadder. Они показали, что они готовы наказывать всех и вся. На Major All Stars выиграли квалификацию от Европы, убили ниндзей просто без шансов. Ну и в свою очередь разобрались с Asus Polar'ами, разобрались с Power Rangers. Короче говоря, всех наказали под ноль. На данный момент играют команда Empire против команды Secret. Это собрание, пожалуй, наиболее скилловых парней европейской и американской доты. Зай и Артизи из известнейшего коллектива Evil Genius, которые, понятное дело, страху наводят не только на Америку, на Европу, но и Китай. Данный коллектив побаивается и правильно, собственно, делает. ЕГЭ у нас совсем недавно, правда, уже без Зая, без Артизи выиграли Dota Asian Championship. Китайцам рассказали, как нужно играть в доту, но там не было уже Артизи и Зая. Артизи и Зай отправились в коллектив с названием Secret. Если вдруг интересно, справка, да, вообще, наверное, все об этом знают, но от этого меньше уникальности данной информации не будет, что на место Артизи в ЕГЭ пришел Сумаил. Вот это действительно юное дарование Дота мира. 15-летний парень, который стал безусловным MVP всего чемпионата. Похоронил Нави, уничтожил и сравнял с землей Вичи, короче говоря... По всем параметрам ЕГЭ воспитывает крутейшие таланты. Ну и Артизи не исключение. Теперь Артизи играет Secret, а это действительно Dream Team европейской и американской доты. В общем-то, сейчас Секреты проиграли команде Empire первый матч. Вторая встреча в данную секунду. Сейчас она стоит на паузе, но очень скоро мы увидим ответ от Secret. Я думаю, что Secret решили не особенно выдумывать, не особенно заморачиваться, как бы шло, было в прошлом матче, и попытаются ответить более-менее стабильным и вменяемым пиком. Появляется снайпер от Артизи, решили попросту разбираться обычными героями. Райт-клик для Артизи, снайпер. Куроку у нас играет на Рубике, а как Куроку играет на Рубике, тоже, я думаю, знает каждый школьник. S4 играет на Брюмастере, Пупей у нас отыгрывает на Дазле и... Зай на Бэтрайдере отправится в сложную. Что это у Зая за суперживотное? Мифическое ездовое животное у Зая симпатично смотрится. Ну и со стороны команды Empire. Clockwork для Йоку. Vengeful Spirit от Always Wanna Fly. Resolution играет на SF'е. Aloha Dance отыгрывает у нас на Леоне и Слардар для Сайлента. Формящий Слардар внизу, Always Wanna Fly и Aloha Dance помогают Слардару, Resolution в мид. И Йоку на Клокверке отправляется в сложную. Против него будет, я думаю, что триплай с Куроку, S4 и Пупея. На сложную, скорее всего, отправится Зай. В принципе, Бэтрайдер сложную стоит соло нормально, даже против Слардара и Леона вместе с Vengeful Spirit. Хотя, в принципе, по станам, по-моему, даже более чем достаточно у команды Empire. Сложная с тремя станами, сложная против трех станов. Конечно же, у Бэтрайдера действительно, как минимум, в заочном каком-то понимании проблемы уже имеются. Надо как-то избавляться от них будет, но я думаю, надо будет просто не подставляться. Зай блочит крипов, делает это, кстати, очень круто. Единственный крип у нас вырвался, пошел вперед, и то как будто Зай специально его вперед выпустил. Ну, линия заблочена одним несчастным героем. Одной иконкой героя Зай доблочил линию до такого уровня, что теперь свободно стоит и под своим тауром фармит. Теперь сложная не настолько сложная, насколько могла бы быть. Ну, здесь Always Wanna Fly и Silent, конечно, жизни не дадут. Aloha Dance здесь уже на хейграунде у своего мидера. Resolution
Против Артизи стоит соло, Артизи собрался в фарм. Райс Бенд имеется у Резолюшена, та же история. Райс Бенд и Танго, свои и чужие тоже. Артизи уже наваливает Резолюшен, Резолюшен по хп пока что проседает. Шрапнель пошла у нас от Артизи, я думаю, Резолюшена проблемы, причем проблемы существенные. Еще один удар, и Резолюшен, скорее всего, погибает. У нас тем временем Сайлент делает First Blood, и Артизи убивает Резолюшена. Ну, здесь разобрали также Бэтрайдера. Как убивали Бэтрайдера, даже не буду говорить, просто посмотрим на скиллы. Нет маны у Слардара, значит, был проюзан Краш, и, естественно, Vengeful Spirit по мане просела, значит, был Magic Missile. Все очень просто. По стану сбросились, по удару сделали. А Артизи тем временем поднимает третий левел. У Резолюшена левел 2, и Резолюшен 0-1 начинает эту раку. Ну и в прошлом матче Резолюшен на миде проигрывал. В итоге Резолюшен стал топ-2 по фарму. Круче всех сыграл Йоку. Будет ли это в этот раз, мы увидим, но в прошлом матче Йоку у нас играл на Войде. Это более ощутимо и более заметно, когда Войд начинает божить, вся команда соперника терпит жутчайшим образом. На данный момент Резолюшен по фрагам, ой, точнее по крипам, в общем-то на равных и даже опережает немного Артизи. У Резолюшена 7 на 4, у Артизи 5 на 2. Но при этом у Артизи есть фраг. Так, Йоку у нас поймали, подбросили, и Йоку через коги старается отсюда уйти. Батриас аут, фейтболт, еще один удар, и Пупей на хосте добивает у нас Йоку. Первый фраг для команды Secret на легкой линии. S4 продолжает фармить. В прошлом матче S4 также стоял в трипле и также фармил, но был на Магнусе. На данном этапе S4 играет за Брюмастера. Брюмастер в прошлом матче, кстати, был против команды Secret и отыгрывал на нем Silent. Ну, Артизи разбирает на миде Резолюшена. Я тоже думаю, это не очень интересно. Просто бросил шрапнель под ноги и просто развалил. Снайпер очень неприятный, очень простой в исполнении герой. Нон-стоп давишь, нон-стоп поливаешь шрапнелью, бьешь райт-кликом. Йоку проедает деревья, я так понимаю, собирается. Что вообще Йоку собирается здесь делать, только мне непонятно. Йоку надо бы отойти и немножко поскромнее вести себя, потому что можно и нахвататься. Какая красота. Йоку отходит у нас поближе к команде Secret. Собирается экспу воровать. Пока что третий левел у хардлайнера команды Empire. У Бэтрайдера как обстоят дела. Зай отправляется в лес. Заю здесь настакали. Зай нормально выфармливает. 900 по голде насобирал. Есть у него тапок. И я думаю, скоро появится Ring of Tranquilla. О, не Ring of Tranquilla, а Boots of Tranquil Boots, короче говоря. Always Wanna Fly у нас под шрапнелью. Скорее всего, Always Wanna Fly здесь заберут. Поднимают его, назад отправляют. И вчетвером Always Wanna Fly заковыряли. Пупей забирает фраг. Это второй фраг для капитана команды Secret. Резолюшен в миде. У Резолюшена по крипам 18 на 6. У Артизи тем временем 14 на 3. Резолюшен пока что своего оппонента номинального перефармливает. Йоку здесь, S4, я так понимаю, собрался по... да не только по мане, в принципе и по ХП можно попытаться развалить. Но здесь вовремя приходит Куроку, Пупей и Брюмастер забирает данный фраг. Оунэч у нас уже от команды Secret. 5-1 счет. Secret собрались и, по-моему, простые пики и простые комбинации гораздо сильнее появляются опыт... гораздо сильнее демонстрируются у опытных игроков Team Secret. У Артизи 16 на 4, у Резолюшена 23 на 9. По фарму пока что Резолюшен в принципе нормально держится. Это при учете двух смертей, при учете двух фрагов со стороны Артизи. 1900 на руках у Резолюшена и 2300 со стороны Артизи. Вот вам, собственно, и эти два фрага. Йоку у нас под Тауэром. Йоку уже очень сильно просел по ХП. Как он будет регениться, мне пока что непонятно. Ни банок, ничего у Йоку не имеется. Есть Boots of Speed, есть Out Shield. Поднимают у нас Йоку, отправляют его назад. Клэп под ноги, Йоку развалился. Зачем это делать Йоку, пока что мне непонятно. Тем временем Резолюшен погибает на миде. 7-1 становится счет. По всем лайнам команда Империя горит. И что-то действительно нужно делать, как-то менять этот ход вещей. 2000
по Золоту Empire, по экспириенсу 1000. Тоже, точнее, секрет, конечно же, по Золоту 2000 и по экспириенсу чуть более 1000 в пользу Team Secret. Куроку здесь, Always Wanna Fly его видит. А Always Wanna Fly не видит Куроку. Это немножко забавно. Постоял, посмотрел Always Wanna Fly и ушел. Драться не было смысла, потому что Вижена было не так уж много. Куроку отправляется на топ. У кого там ДД? Кто забрал ДД? ДД забрал Артизи. Теперь фарм будет более-менее вменяемый. Тут уже Резолюшену делать нечего. Резолюшен это прекрасно понимает. Он отправляется в лес. В принципе, намаксил койлы. Можно пойти на крипов и их разбирать. Погоня у нас за Йоку, если у Зая Даггер нет. У Зая Даггера нет, у Зая, в принципе, нет 6 левела. Хотя есть Firefly. Уже один напалм есть у нас на Йоку. Йоку горит в собственных когах. Уходит отсюда Йоку. Летает у нас Ветрах Vengeful Spirit. Йоку здесь заблочат, а отсюда Йоку не отпускают. Развалили Йоку, падает у нас Vengeful Spirit. Кирпич в голову и, скорее всего, Вингу тоже разбирают. Сейчас будет Клэп. Брюмастер забирает еще один фраг и Зай забирает. Зай забирает у нас Always Wanna Fly. Алоха Дэнс, как там себя чувствует? Транквил Буцио, Алоха Дэнс 300 на руках, у Сайлента ПТ и 200. Сайлент у нас выходит в Даггер. Даггер будет относительно быстрым. Тем временем разваливается у нас на миде Резолюшен. Поймали Артизи, Алоха Дэнс без ульты, 4 левел. Always Wanna Fly станом не догоняет его. Можно развернуться и попытаться подраться. Артизи может убить Always Wanna Fly. С хайграунда просто стоит Артизи наваливать. Шрапнели пока что нет. Ульта есть у снайпера. Через одну секунду Always Wanna Fly, скорее всего, умирает. Нет, у нас ульта пошла в Алоха Дэнса. Очень круто сыграл Алоха Дэнс. Ушел в смок. Заэвейдил ульту снайпера. И Always Wanna Fly вышел и Magic Missile'ом на место поставил Артизи. Артизи действительно немного переиграл. Хотя если бы мув получился... А все для этого было, не считая смока проюзанного на хайскиле от Леона, то было бы, конечно, очень красиво. Я думаю, даблкил Артизи делал бы. Ну, в итоге сам поплатился за свою наглость, погиб. У Бэтрайдера появляется Даггер 200 есть на руках. Что у Сайлента? У Сайлента тоже 200 на руках. 200, я сказал? Нет, 200, конечно же, на руках у Бэтрайдера, в общем-то, одинаково идет. Сайлент и Слардар по... золоту, ну и даггер имеется у обоих персонажей. Правда, есть Power Threats еще у Слардара. У него крипстат 58 на 16. Сайлента никто не трогал, он просто стоял и фармил. Давайте глянем на Networks. На втором месте Сайлент, на первом месте S4 с легкой Team Secret. 4300 против 4700 от S4. Брюмастер покупает Мордип Маск, есть уже Ринков Басилиус. В общем-то, можно собирать сразу же Владмир. Хотя для кого, для чего, толком не понимаю. Ну, для себя разве что. Погоня за Сайлентом. Сайлент у нас подстопил Артизи. Ну, Сайлент ошибся 100%. Нет уже ничего. У Сайлента маны на краш нет. И, в общем-то, Сайлент перебоковал, за что и поплатился. 2-12 счет. По итогу файта около 600 выигрывает Secret. По золоту 4, по экспириенсу 2. У Резолюшена появляется ПТ. Что забрал у Резолюшена... Рубик. Рубик закрал, забрал койл. Какой-то койл пока что не вижу. Средний, дальний. Да, это ближний койл от Куроку. Ну, не так полезно, как могло бы быть с дальним или средним. Always Wanna Fly у нас, скорее всего, здесь погибает под шрапнелью. Свапается. Непонятно, зачем Always Wanna Fly слапнулся. Просто чуть-чуть поближе умер. Ну, в общем-то, оттащил от себя, точнее, от Резолюшена игроков команды Secret. 2-13. Империя сыпется и сыпется с таким треском, что уши закладывает. У Клока 6 левел. 6 левел, но по артефактам практически ничего нет. До сих пор нет Power Threats у Йоку. Если Йоку в прошлом фарме, в прошлом матче феноменально отстоял, то в данном матче у Йоку действительно проблемы. Артизи поймали здесь. Алоха Дэнс еще 2 удара, и Артизи у нас погибает. Пупей приходит. У Зая нет лассо, но угнать все равно будут у нас Пупеи. Алоха Дэнса, Пупей бежит, в спину дает. Еще 2 удара, Алоха Дэнс добежит до Таура, Сайлент врывается у нас. Надо убивать Зая, хотя здесь есть Пупеи с Грейвом, ну нет смысла гнаться. Под Грейвом, в принципе, разобрать могут, а там уже и лассо откадешился, могли под Тауэр затащить Сайлента, это было вообще неприятно. Йоку! Надо уходить через Коги, надо просто через Коги стараться отогнать этих пант от себя. Кирпич летит в Йоку, Йоку погибает. Это 6-я смерть для оффлейнера команды
Нет, Йоку не умирает, но S4 близко, S4 клепает, в принципе, в темноту, и понятное дело, что где-то близко был Йоку. 0-6 идет Йоку, 5-0 идет S4, у Брюмастера мегакилл. Именитый игрок команды Secret наконец-то нашел свою игру, это не Магнус на легкое, это Панда. Панда без проблем ведет себя. Даггер появляется после Мордип Маск, даже не пошел в быстрый. Владмир у нас S4. Со стороны команды Empire, давайте глянем, может быть у кого-то что-то по артефактам нарисуется. Ничего, 1-3, ничего. SF 0-4 от Резолюшена, тоже ничего. ПТ, Аквила и Ботл. У Леона 1800 на руках, но Леон 1-0 идет. Единственный, по-моему, положительный КДА. Да, Сайлент тоже идет 1-1, в общем-то убил не больше, чем умер. Резолюшена возвращают у нас, ульта пошла от Артизи. Куроку здесь под грейвом, Куроку что-то украл, у Куроку ближний койл, Куроку должен погибать. Куроку погибает, на лоу хп у нас Резолюшен. Резолюшен на 13 хп уходит из файта, Пупей у нас здесь встрял под Сайлента. Через одну секунду спринт, через 3 будет краш, надо гнать Пупея. Здесь у нас погибает в это время Always Wanna Fly, Алоха Дэнс тоже отправляется в таверну. Пупея гоняют, здесь уже Зай. Зай юзает лассо, Сайлента разбирают. Минус 3 от Артизи. На лоу хп мидер команды Secret. 4-18. По-моему, Империя глубоко-глубоко позади команды Secret. Давайте смотрим на графики. 5 с плюсом, 2, даже 3 тысячи по экспириенсу. Почему по XP так мало, мне непонятно. 4-18, это куча фрагов. По XP команда Secret должна была быть далеко впереди. Ну... по фрагам, видим, по крипам, точнее, SF и Слардар у нас на первом месте. 71 на 16 у Сайлента, 68 у Резолюшена. Дальше уже Панда, дальше Бэтрайдер и Артизи на пятом месте по крипам. Но Артизи на первом месте по КДА, давайте на него переключимся. 8-2-3, 5-0 от Панды, 2-0. В общем-то, практически у всех... ну, у всех положительный, кроме Рубикова. Куроку пока что ровно идет. А у команды Империя можно... можете сами посмотреть. Я даже цифры эти озвучивать не буду. В общем-то, тоска и печаль. Так, возвращаемся к крипам. И давайте даже, наверное, на Networks переключимся. Графики обновились. 7,5 по золоту. 4 с плюсом по экспириенсу. Йоку пока что... провально проводит этот матч. Не смог он отстоять сложную, так чтобы не было мучительно больно за дальнейшие мувы Клокверка. У Клока хукшот, по-моему, ни разу не был проюзан за данный матч. Так, наконец-то Gloves of Haze появляется у Йоку. Ну, Йоку оставили пофармить. Возможно, что-то вывезет. Хотя бы Blade Mail. Не факт, что здесь секреты будут БКБ собирать по данному пику. Хотя у снайпера уже имеется все необходимое для Black King Bar. Осталось только купить рецепт. До рецепта 450 по золоту. Поймали Йоку еще раз. А нет, это Йоку. А нет. Йоку у нас погибает. Йоку погибает, просто его разделили на двоих. S4 и Зай. Ну, взялись за Йоку плотнейшим образом секреты. Забрали с него еще 406. У Йоку 0-8-0. Плохой, плохой, очень плохой Йоку. Ну, умирает в это время Рубик. Сайлент ворвался. Резолюшен, если что, здесь у Резолюшена Реквием оф Соулс имеется. Можно попытаться подраться. У SF также есть практически все для Меки. Остается 500, 600 по золоту на рецепт. 0-4-0, когда у... 0-4-2, точнее, когда у Резолюшена. Так, заходит у нас в спину Пупею, должны убивать Пупея. Сайлент здесь прыгает на голову Пупею, Пупея разобрали. 6-19, понемножку, по чуть-чуть, но отковыряли хоть немного золота. Поднимают сразу 850. Немного графики поползли вверх, но рано еще говорить о каком-то камбэке. 6-19 счет, Резолюшен 0-4-2, 0-4-3, и у Йоку, конечно же, 0-8-0, и это... плохо. Действительно плохо. Always Wanna Fly получил ульту у нас от снайпера. Уходит отсюда. Пупей уже возвращается в игру. Давайте глянем по артефактам. Boots of Travel сразу же появляются у Бэтрайдера. У Blink Dagger имеется 500 сверху. У Пупея Аркан Бутсы, Урна, 2-1-8 КДА. У Рубика тем временем Аркан Бутсы, Брасер. Больше толком ничего нет. 300 на руках. У Артизи
собранный Black King Bar, есть Ring of Aquila, есть Facebook-цы и Rise Band. Пока что Artizi Mom даже не думал покупать. И так у Artizi все хорошо, 8-2-3 кэда, по-моему, это более чем хорошо. Собралась наконец-то мека у Резолюшена. Уже можно попытаться драться с меньшими потерями. Есть у Aloha Dance Dagger, есть Tranquil Boots. Aloha Dance 1-1-4 идет. Не так, как вся команда. Aloha Dance на пятом снизу месте. Это действительно хорошо, он уступает. Ну, в принципе, уступает достаточно много Заю, Резолюшену и Сайленту. У Слардара тем временем появляется Ogre Club. Есть Blink Dagger, есть Power Threads. Я думаю, Silent у нас выходит в БКБ. Сэндж здесь бессмыслен, хотя, может быть, даже и напрашивается здесь Алибарда. Ну, не знаю, посмотрим. Пока что ничего не могу предсказать по данной ситуации. В любом случае, Dagger уже имеется. Ну что, Empire понимают, где их соперники. Там, в принципе, прочекали, просветили. Будет ли врыв? Посмотрим. Резолюшена имеется мека. Можно драться. Silent врывается. Зая надо сразу же разбирать. У Зая Грейв. Зая юзает Лассона. Сайлента, и Сайлента завозит на хайграунд. Умирает у нас. Нет, не умирает у нас Зай. Зай просто делает блинкаут. Сбивает также ТП Сайленту. Пока что все живы, кроме Брюмастера. Драка разделилась. Сайлент горит. Сайлента поливают сверху напалмом. Посмотрим немножко попозже. Подкоп у нас от Куроку не точный. Сайлент живет. Сайлент делает отсюда блинкаут. Убили Vengeful Spirit. Разменялись один в один. Вингу разменяли на С4. Это уже хорошо для команды Империя. Подрались, в общем-то, удачно. И самое главное, что отогнали от Рошана. Кто будет бить Рошана? Artizi без Мома бить Рошана не будет. Надо отхилиться, надо что-то сделать. Здесь была руна регенерации. Кому она отошла? Клок от Йоку забирает у нас регенерации, руну. И Йоку фуловый. Йоку умирать нельзя. Йоку 1-8-0. Наконец-то отомстил хоть кому-то. Я так понимаю, С4 он отомстил. 5-1-2 у С4. Сбивает ему мега-киллстрик. Йоку должен заработать... Нормально золото. Почти 500 капнуло за Брюмастера. 7.20. Графики полезли вверх потихонечку, по чуть-чуть, но по XP, видим, уже почти 3000 назад отковырнули и более 2000 по золоту отбили. 7.20 счет. Netwars мы видим. Так, у нас Зай летит на... Так, у нас проюзали ульту, С4 проюзал ульту, врывается в Резолюшена, Резолюшена поднимает ветра, можно подраться, в принципе, Резолюшен ульту снайпера и выйдет. Ну все, С4 отсюда уходит. Так, кто у нас в БКБ вошел? БКБ у нас пока что не вижу. Кто же у нас в БКБ? БКБ у нас Artizi, просто стоит разваливает, убили Йоку. Йоку умирает 9-й раз, но ничего страшного, ему вообще не привыкать. Сайлент здесь, на Сайлента бросается лассо, и если Artizi за него возьмется, проблемы будут у Сайлента. Пока что Сайлент бежит, подкоп, но, скорее всего, Сайлент погибает. Еще и телекинез, а подкоп, я так понимаю, краденый, да. Курок у нас через Эзер Спайк, Спайк, точнее, поднял воздух. Сначала один раз Сайлента, потом второй раз. 7-22, пока что драться не по шансам, слишком хорошо укомплектована команда Secret. Простой, очень простой пик. Куроку на Рубике. Все очень просто. Брюмастер от С4. Все вообще простейшим образом. Дазл на пупе. Еще не хватало Че на пупе. Artizi на снайпере. И Зай оффлейнер на бетрайдере. Что вообще выдумывать? Какие энигмы с Boots of Travel? Какой Зай сложный на Nature's Prophet? Ничего подобного. Никаких выдуманных стратегии, все по книжке Dota, учебник за второй класс. Пока что это работает. Йоку у нас влетел в крипа. Нормально. Так, разбирают просто моментально пупе. Finger of Death в него отправил. Отправил Aloha Dance. Даблкил также убивает еще и Леона. Ну, Леон... Леона. Конечно же, Рубика. У Aloha Dance 3-1-5 КДА. Aloha Dance, по-моему, самый вменяемый КДА имеет среди своей команды. Давайте посмотрим. Да, Aloha Dance первый в своей команде. 3-3 у Сайлента, 3-1-5 у Aloha Dance. Так, секреты готовы врываться. Уже летает у нас Зай. Можно, в принципе, банкой разбросать всех. Зай врывается сюда. SF забирает Аэги. Зая моментально разбирают в когах. Под батаре Ассаут. Йоку забрал еще один стрик в данном матче. Сначала он забрал мегакилл от С4, теперь забрал Killing Spree Бэтрайдера. Йоку постепенно свои артефакты вывозит. Вот уже и замаячил Блейдмейл. Осталось совсем немного, 30 по золоту и
У Клока будет Blade Mail, можно будет не так сладко умирать для команды Secret. Aloha Dance просто высосал всю ману из Брюмастера. У S4, если что, имеется банка. S4 отпивается. 1700 после Владмира. Silent отправился в собственный лес. 1300 после Ogre Club. Здесь нужен... Думаю, Black King Bar будет собирать у нас Silent. Есть смысл в этом. Рубик в телекинез. И клэпы, и Бэтрайдер. Банки, пожары. Конечно же, я говорю о Firefly. Лассо, разумеется, не выйдется БКБ. Артизи у нас врубил БКБ. Уже остановить его никак нельзя. Артизи разбирает у нас на пару с Рубиком Сайлента. Убили также и Vengeful Spirit. Но она действительно сладкий пассажир. Там без вопросов. Врывается у нас Йоку. Йоку закрыл Куроку. Здесь драка. Драка одного Йоку. И вместе с Aloha Dance. Врывается Aloha Dance. Его зацепили. Aloha Dance, скорее всего, будет жить. Ну, нормально разультится Resolution. Пока что 2 в 2. Пока что драться можно. Йоку у нас хилится через урну. Йоку отсюда улетает. На нижнем лайне тем временем Пупей подпушил лайн. Ну, Йоку только-только Blade Mail собирается. В драке его не было. Resolution с Аегисом. Резолюшена есть. Если что, в стэше все необходимые артефакты на БКБ. Осталось только купить рецепт. S4 готов. И самое страшное, что Зай готов. Зай пошел на перерез, бросает банку, помогает Resolution. Ему надо отсюда просто делать ТП-аут. Хотя Resolution готов драться. Зай под грейвом. Лассо у Зая не имеется. Врывается сюда Silent. Вдвоем игроки команды Empire будут ли сражаться. Resolution еще один койл. Resolution отковырялся. Мека есть, а Aegis у Resolution есть. Silent может врываться в S4. Будет ли? Silent ворвался, но не в S4, а просто на пустое место. Resolution может погибнуть. Да, Resolution погибает, но это потерянный Aegis. Но здесь надо сейвить его. Silent должен вернуться и засейвить тиммейта, потому что иначе никак. Врыв у нас от Йоку. Йоку через Коги отправляет S4 на крипов. Resolution у нас. Думал, что разультился. Нет, он просто взял и просто умер. В телекинезе был Resolution. Также у нас Йоку здесь разбирают. Йоку, скорее всего, погибает. Ну, здесь без него, без Артизи разобрались. Через фейтбол Куроку забирает Йоку. Счет 2-2-12-27. 1600 по золоту заработали секреты. По графикам пока не обновились. Скоро обновятся. И графики неутешительные для Team Empire будут. Silent у нас гнал Зая. Вовремя отошел. Resolution нажимает на паузу. Давайте посмотрим, что по артефактам. У Дазла 2000 на руках. Это после Аркан. И после урны у Рубика. Staff of Wizardry и Аркан Бутсы будет готовиться. Выход for Staff, если еще не летит. Да, уже летит. Все очень просто. У снайпера, на котором отыгрывает Артизи, есть Аквила, есть Яша, есть БКБ, Фейсбутс. Мом не появляется. Хорошо, что Артизи не следует моде. Это приятно видеть. 2500 на руках у Брюмастера. После Даггера, после... Владмира. И у Дазла мы уже смотрели, что находится. Теперь давайте перейдем к Слардару. У Слардара имеется Ogre Club, есть Стэш и Митрилхаммер. Также 460 на руках. У Леона Даггер уже имеется. Транквил Бутсы, Урн оф Шадоу, Мэджик Вонд и 600 на руках. У Резолюшна, который отвалился, так и не дособирался БКБ. Пока что... Ждем. Во-первых, ждем возвращения в игру, во-вторых, ждем покупки БКБ. Все это вполне понятно. Vengeful Spirit с урной одной бегает, больше ничего. У Йоку тем временем хоть что-то насобиралось. Blade Mail, Ring of Regen и после Blade Mail 630 голды.
Так, ну что, можно избавиться от музыки, игра возвращается. Ну что, наблюдаем, что да как. В общем-то, резолюшн у нас отвалился, резолюшн был при смерти. Ничего удивительного в этом нет, потому что драка действительно была в пользу команды Secret. Да тут большинство драк, да все практически в пользу Team Secret. Редко, когда Империя может отковырнуть хотя бы кусочек от их золота. Смотрим на графиках. 6000 золота и по экспириенсу 3. Также впереди Team Secret. У SF-а Ogre Club Mithril Hammer осталось на рецепт накопить 300-350 голды. У Дазла 200. Я думаю, что Пупей у нас идет в Dagger, чтобы подсейвить, ну и вообще, чтобы быть мобильным. Когда ты загоняешь команду соперника, действительно есть смысл с даггерами ходить всей команде. Тем более это полезно. В любом случае, соперник всегда от тебя будет убегать, потому что ты диктуешь свои правила, ты навязываешь драки. А там догонять вообще не вопрос. Плюс это действительно дизмораль. Это такой артефакт, которого может и не быть. Который не обязателен на саппортах. Но когда ты видишь, что на саппортах даггер, ты, по-моему, невольно чувствуешь, что кто-то тут да подсирает слегка. Ну, разумеется, команда Empire прекрасно понимает, что они по золоту уступают своим соперникам. Так, Леон у нас тем временем развалил Бэтрайдера. Это было здесь, мы это потом посмотрим. Без Зая драться не будут. Брюмастер у нас за Denial Tower. Врыв от Сайлента на Рубика. Развалили Бэтрайдера, развалили Рубика. Пока что все игроки Empire живы. Здесь у нас Пупей закрыт в коге. Пупей будет ли Грейвом себя сейвить? Нет, Сайлент приходит и Йоку забирает еще один фраг. Ничего себе, 3 в 0 Империя подралась. Тауэр на топе забрали. Погоня дальше за S4. S4 клэпает, но Сайлент тоже умеет клэпать. Ну, S4 назад погнал Сайлента. Сайлента надо подсейвить. Хоть чем-то надо подсейвить Сайлента. Здесь решили ворваться в Артизи. Сбили ему ульту, и Артизи будут разбирать. Резолюшн бьет с руки Артизи. Ульта от Резолюшна разорвала на куски Артизи. Резолюшн очень круто ультанул просто в лицо уходящему вперед Артизи. Нифига так Артизи каток встретил. Дамаги влетело просто уйма. Я даже боюсь узнать сколько. 1352 с одного каста в Артизи, у которого вообще по хп там, по-моему, печаль, беда по хп, по количеству полных хелспоинтов. В любом случае, очень круто подралась команда Империи. Они выходят на хайграунд. Просто посмотрите, что происходит. Команда Empire заходит на вражеский хайграунд. Ну, почему бы нет? Подрались удачно, можно и расковырять Т3. Ну, немножко надамажили, вот вам и дизморали. Это вам не просто даггер заиметь даггер на саппортах. То, о чем я раньше рассуждал и криво-косо анализировал. Зайти на вражеский хайграунд, уступая совсем недавно 15 фрагов. Это не 15, это не 30-45, это было 29, по-моему, или 28 на 12. Это действительно серьезнейший перевес в пользу команды Secret. А Empire разобрали их на Т1, разобрали на Т2, снесли 2 таура. И по золоту в этой драке видим, что выиграли очень и очень прилично. По экспириенсу Empire вообще впереди. Давайте переключимся на левела. 16-й левел Resolution, 15-й Artizi. И дальше 2 14-х от команды Empire. Silent, Aloha Dance. 4-й, 14-й, S4. В общем, что вообще рассуждать? Все круто у команды Empire становится после этого файта. Немножко осталось по золоту насобирать, а дальше можно играть. Давайте глянем на творцы. На первом месте Resolution 12580. Он обгоняет Artizi, который фармил вообще как сумасшедший. Причем не на крипах, а на героях. 11.48 у Artizi. Но по крипстату, конечно, Resolution повыше. Но Resolution и сейчас забирает фраги, а забранные сейчас фраги подороже стоят, потому что у Artizi был стрик, у всех игроков команды Secret постепенно набивались хоть какие-то дострики. Что Бэтрайдера? Форстав, Dagger, Voidstone, выход в Еул готовится от Зая. У S4 тем временем собирается БКБ. В курице уже летит блокингбар для S4. Не так просто будет его разваливать до ульта. Вот сейчас бы какой-то Энигма вообще не помешал. Вместо Vengeful Spirit или вместо даже того же Клока. Энигма бы от Йоку зашел на ура. Ну или от Always Wanna Fly, или от Aloha Dance. Как-то бы держать всех их вместе, чтобы SF мог разультиться. Чтобы SF ухватило времени на все. А так БКБ проюзается и SF дамаги толком не нанесет. Ну да, может в принципе и порезать дэмэдж, но
так разорвать, как только что разорвало снайпера. Самое интересное, что дождался Resolution, пока снайпер проезжает БКБ, и только потом, когда закончилась БКБ, встретил, по-моему, секунда в секунду Артизи. Бедняга Артизи, я думаю, он с криком будет вспоминать эту ульту Resolution и по ночам просыпаться со слезами на глазах. А у Леона появляется после даггера форстаф. Имеется Транквил и есть урна. У Сайлента что? Есть ли БКБ? Да, есть БКБ 10-секундный и плейтмейл есть у Сайлента. Сайлент у нас выходит в Кирасу. У С4 Блэкинг Бар уже прилетел. Но, в общем-то, С4 не такой грозный соперник. У него БКБ, Владмир и больше толком ничего, кроме даггера. Сайлент видит Зая. Можно попытаться подраться. Так, надо хексить Зая. Просто подкоп. Алоха Дэнс не хексил. Не хочет Алоха Дэнса давать Рубику хекс. Правильно делает. Хекс — это нереально крутой спел, и просто так отдавать его Рубику на ровном месте, чтобы застопить Зая, это было бы действительно нелепо. А на подкопе пусть еще доживет до подкопа Рубик. Куроку 1300 на руках, форстаф есть, даггера пока что нет. Прочекали, где находится команда Secret, игроки Empire. Здесь у нас драка, как я понимаю, Артизи видят. Также здесь Vengeful Spirit, Vengeful Spirit улетает. Погоня у нас за Леоном. Леон на фул хп. Одна панда стоит. Одна панда отсюда уйдет. Сейчас исчезнет. Алоха Дэнс пошел разговаривать с пандой. Где кто, что, кого бить. 30 минут драки. Действительно драки. Не игры, а драки какой-то нон-стоп. От команд прошло. 30 минут и у нас 48-47 фрагов. Еще немножко. И я думаю, мы до 60 очень скоро дойдем. Где-то минут через 5, через 6. И хотелось бы, чтобы эти 11-12 недостающих фрагов, конечно же, были для Империи. Ну, безусловно, топим за нее. Стопим, потому что я номинально считаю Империю слабее, чем команда Secret. Как бы ни было, Secret состав нереально крутой. Ну что, Silent у нас на глифе. Зай сыграл просто по учебнику. Затянул на глиф Silent'а, проюзал Firefly, полил немножко напалмом, а там уже Артизи его разорвал. Так, врыв у нас от Йоку. Развалили Дазла очень быстро. Ульта от СФа. Ульта, в принципе, немного зацепила Артизи. С4 порезала дамагу, но не сильно. С4 бегает у нас в ульте. Праймал сплит закончился. Можно С4 разбирать. Висит на нем урна. Блинкаут отсюда сделать не получится. Разбирают С4. Так, прилетела у нас еще и бочка. Йоку под блейдмейлом. Куроку и Артизи наполучали очень сильно. Умирает у нас Йоку. Умирает уже Сайлент. Сайлент давно умер. Зая здесь дерется. Надо Зая убивать. Ай-яй-яй, летит навстречу Always Wanna Fly, но и прилетел навстречу своей смерти. Форстафил себя, не сам себя, скорее всего, кто-то его форстафил и... Да, в принципе, не будем даже смотреть, кто. Точно не Алоха Дэнс. В любом случае, драка закончилась 3 в 2 в пользу команды Secret. Умер S4, остальные кор-герои Secret Team остались живы. Я говорю, конечно же, об Артизи и я говорю об Этрайдере. 20-32 счет. Давайте глянем графики. Ну что, в любом случае, по графикам Империя пока что приближается к нулю. По экспириенсу выигрывает 2000, по золоту 2000 проигрывает. 32-я минута. 2000 по золоту — это вообще ничего. Попросту ничего. В итоге на Рошана решили отправиться Secret. ДД забирает Артизи. Прочекали. Все видят, все понимают. Также понимает команда Secret, где находится Алоха Дэнс. Врывается Зай. Ульта пошла в Алоха Дэнс. Алоха Дэнс себя выталкивает. Здесь С4 подкоп. С4 пока что ничего толком не сделает. Сайленс БКБ проюзал. Сайлент пошел гонять С4. На него положили Amplify Damage. Есть Primal Split у С4. БКБ, Клэп. Клэп по пустоте. Погнали дальше. С4 делает блинкаут, Зай на лоу хп. Все игроки команды Empire, в принципе, фуловые. Врывается у нас в Пупея Йоку. Пупей сразу же на себя грейв. Артизи под БКБ. БКБ закончилось. Рановато, конечно, проюзал блейдмейл у нас за Йоку. Сайлент ловит кирпич. Куроку обалденный Requiem of Souls. Просто разорвал Сайлента. Куроку играет как боженька. Куроку действительно... В данном файте нереально круто отыгрывает. Еще и стан Винги в Резолюшена прилетает. Резолюшен делает ТП-аут. Пытается, по крайней мере, получается у него. Куроку сыграл просто крутейшим образом. Еще есть стан от Винги, телекинез. И Йоку сейчас еще получит стан.
Йоку здесь под блейдмейлом бьют, Йоку убивают. В итоге 4 в 1 подрались. Как же круто сыграл Куроку. Во-первых, украл Реквием оф Сол, встретил в лицо Слардара. Примерно так же, как Артизи тогда врезался в Реквием от СФа. Потом украл у Винги стан, убил Вингу этим же станом. И догнал, развалил Йоку, который через батарея Сау думал уходить, но Куроку поднял его в телекинез, а дальше все по гайду. Прилетает Magic Missile в лицо и погибает у нас Йоку. 4 в 1. Секреты подрались невероятно круто. Действительно невероятно. Не только Куроку здесь. Все, в принципе, хорошо все делали, но Куроку, я думаю, как пианист отыграл в данном файте. Все было на высочайшем уровне. Бэтрайдер решил забрать стаки. Вообще забрать крипов в лесу команды Империя. В принципе, это верно. Если выигрываешь по фрагам и выигрываешь по золоту, по экспириенсу, надо отжимать примерно и фарм. Почему нет? Просто отставить на сухом пайке команду Empire. У Резолюшена появляется Eye of Skadi. Пропустил я этот момент. И 200 также на руках. Что хотел за этим сказать, непонятно. Просто поднял ветра Резолюшена. Бросил под ноги банку и ушел. Ну, как я не знаю, как плюнуть в спину или наступить на ногу в автобусе и сделать вид, что нечаянно это сделал. Так, Алохаден срывается у нас в С4. С4 отсюда форстафает. Очень близко был Зай. Промахивается Йоку. Врывается Зай. Сразу же ловит стан от Венге. С4 клэпает у нас. Есть Primal Split еще С4. Надо попытаться его разбить. Умирает у нас Алоха Дэнс, погоня пошла за командой Empire. Йоку под батарея Саус, старается драться, надо в коге закрыть, хотя бы подсейвить свою команду. Умирает Йоку, умирает у нас Always Wanna Fly, минус 3, 3 в 0 подрались. Команда Empire не очень удачно дерется, и это действительно становится заметным. SF, 2500 на руках, Silent тоже жив. Хорошо, что хотя бы кор-герои по-прежнему живы. У Silent'а пока что нет Керасы, до Керасы еще полрецепта и Хиперстоун. Секреты убивают мид, как я понимаю. Они просто выходят и просто дамажат мид. Минус 3 пока что. Есть ли байбеки? Будут ли вообще байбекаться? Ну, байбеков нет у Империи. У тех, кому нужно сделать байбеки, их точно нет. Байбек только у Резолюшена. С4 ковыряет Тауэр, Бэтрайдер здесь, Пупей здесь, Артизи тоже здесь. Куроку, если что, готов что-либо украсть. Пока что у него есть Magic Missile. Где Йоку? Йоку должен врываться. Йоку готов, у него Блейдмейл есть, Форстаф есть. Надо просто кого-то поймать в коге и попытаться разобрать его. И лучше всего ловить в коге того, у кого нет Блэк Кинг Бара. Например, того же Бэтрайдера. Но у Бэтрайдера есть Форстаф, это плохо, допустим, Дазла. Ну да, Пупей действительно цель для Йоку, это 100%. Рубика можно попробовать в коге поймать. Так, пытаются у нас загнать Пупея, Пупей ловит стан. Моментально Finger of Death, разобрали Пупея, забирают гем. Always Wanna Fly подбирает гем, и теперь контроль не такой будет серьезный, как был раньше. Видим, что повсюду варды команды Secret стоят. Надо пройтись по лесу и что-то сделать. На хэграунде вард, внизу вард, здесь на хг вард, здесь... Просто по центру леса стоит куча глаз и смотрит постоянно. Алоха Дэнс у нас попадает под лассо. Куроку тоже здесь. Куроку что-то будет красть. Ну, надо украсть перед смертью. Почему нет? Куроку у нас крадет мана дрейн. Это вообще не считается за скилл. Куроку выбрось его. Это действительно не скилл. 200 на руках у Куроку. У него есть блинк даггер. И у снайпера появляется Дайдалус. Где был все это время Артизи? Артизи фармил на Дайдалус. Летит собранный Дайдалус снайперу без ничего вообще. Одним кликом купил, принес. Не покупал Кристаллис, не покупал Демонедж. Просто ходил с Дайдалусом. Ну, даггер не потеряли. Пока что у Винги, на которой отыгрывает Always Wanna Fly, даггер имеется. Можно попробовать разбить хотя бы варды, хоть немножко обрезать вижен. Но надо же знать, где эти варды находятся. Просто так ходить по лесу гулять, тут оторвут лицо моментально и не спросят вообще, как зовут. Ну, здесь Always Wanna Fly под вардом стоит. Я думаю, гнать сейчас его будут. Сразу в пятером команда Secret выходит под смоком. Так, врыв у нас на SF-а. Подсейвил его Always Wanna Fly. SF под БКБ, бежать отсюда. Always Wanna Fly в любом случае здесь погибает. Да, Always Wanna Fly погибает и теряет гем. Но это в любом случае лучше.
Причем Always Wanna Fly моментально среагировал. Саппорт и команда Empire играют нереально круто. То, что Куроку делал убийством, то, какие убийства делал Куроку, это, конечно, личный скилл данного игрока. Естественно, Куру умеет, знает, как убивать. Ну, короче говоря, Куру нормально дамажащий Рубик. Но то, что делает команда Империя, а команда Империя в плане саппортов реально сейвит своих соперников, своих тиммейтов одного за другим. Только Assassinate повис на резолюшне, моментально он был засвапан. Так, у нас на лоу хп Артизи, надо развалить Артизи, под Amplify Damage можно было бы драться. Зай, у нас погоня за Сайлентом, где резолюшн? Резолюшн летает в ветрах практически всю катку. Куроку здесь, еще один удар Куроку убили. Так, здесь панды развалились, выкупается Алоха Дэнс. Йоку у нас на лоу хп, Йоку убили. Резолюшн тоже на хайграунде, сейчас закончится Primal Split у S4. Можно попытаться драться с S4, резолюшн. Нет бэкбэка у Резолюшна, у него есть один за другим миссы, Резолюшн должен отсюда уходить. Пока что Резолюшн жив, Сайлент выкупается, убивают Рубика, ну и отбились. Резолюшн где? Резолюшн под фонтаном, слава вообще всем, кому только можно. Резолюшн выживает в данном файте, два раза зато умирает Алоха Дэнс. Давайте глянем файт рекап. Да, Алоха... нет, Алоха Дэнс не выкупался, Алоха Дэнс просто погиб. Ну и выкупался у нас Silent. 3-1 подрались, но в любом случае бараки пока что стоят. Это при живом-то Артизе стоят бараки. Понимаете? Снайпер, который может вообще от своего фонтана стоять и стрелять по трону команды соперника. И тем не менее отстояли. Снайпер другие цели преследовал. В первую очередь это был Резолюшн, который еле-еле чудом ушел. У Резолюшна, кстати, один талисман of Evasion, который был... очень круто подсейвил его. Стоял панда и просто в спину пытался ковырять SF. А, по-моему, там 2 или 3 мисса из 5 ударов было. Короче, проперло Резолюшена невероятно на варды. Надо спасибо, я думаю, сказать рандому. SF уже имеет баттерфляй у него с руки. 300. 300 у Резолюшена с руки. Надо покупать от хила джор какой-то по типу... По типу сатаника. Что вообще есть по типу сатаника, кроме сатаника? Конечно же, ничего. Резолюшену сатаника нужно собирать. Но уже голос подсел. Так я сильно кричу за Империю. Действительно, игра невероятно интересная. По-моему, все с этим согласятся. Ну, как бы, 41 минуту играем, и ни одну секунду молчать не хочется, потому что есть что на экране обсудить. Команда Secret выфармливает чужой лес. Давайте глянем графики. 15 с плюс... у Secret и 14 плюс по экспириенсу. Все равно играть можно. 23-45, и тем не менее играть можно. Не так страшен Secret, как его рисуют. Резолюшена нормально дамаги. Главное вовремя и удачно ворваться и кого-то встретить. Но вот проблема Резолюшена в том, что нет возможности подходить быстро. Он не может через блинк как-то ворваться или войти под инвизом в Shadow Blade. Ничего такого. Даже в его разве что если форстафить будут тиммейты, а он будет в это время ультить. Только так. Но Secret тоже прекрасно все понимают. Они не будут стоять под Requiem of Souls. Они разойдутся и правильно сделают. Я бы тоже не стоял под Requiem of Souls. Короче, у Resolution неприятная ситуация в плане файта. Но с другой стороны, есть такое преимущество, как High Ground и отсутствие Vision'а. Если шрапнелью снайпер поливать не будет, то драться можно будет. Короче, со всех сторон ситуация неприятная для Империи. Посмотрим, будет ли чудо какое-то. Зай очень плотно огребает этот Резолюшн. Резолюшн БКБ, Резолюшн начинает, пытается ультить. И Куроку у нас при смерти, Куроку погибает. Резолюшн наваливает по Артизе, летает в ветрах у нас Резолюшн. Погибает только Always Wanna Fly, уже минус 2 со стороны команды Secret. Артизи здесь дает стан под Amplify Damage, моментально разбирают Артизи. Погоня за Пупеем. Silent у нас разваливается. Но Резолюшн фуловый. Он может драться по S4, по спине. Под Скади никуда ты S4 не уйдешь. Погоня за S4. Толкают у нас Йоку. Йоку не закрывает в коге S4. Артизи выкупается. Сюда приходит. И по Резолюшну начинают наваливать. Останавливают Резолюшна. Пытается он отсюда уйти. Пока что не прокает баш. Пока что Резолюшна везет. Да, он уходит отсюда. Единственный живой. 4 в 3, по-моему, подрались. Если не ошибаюсь, 2 байбека было. Да, в этом случае я не ошибся. 2 байбека, минус 1741 и плюс 2 для команды Empire. Это при том, что 4 смерти было. 4 против 3. И тем не менее, посмотрите, что вообще по золоту творится. По экспириенсу, в общем-то, все ровно. Ну, тем временем S4 пинает барак милишный.
Рыджевой тоже падает без вопросов. Резолюшну делать тут нечего. Надо хоть как-то подфармить крипов или что-то сделать в этом роде. Хоть как-то быть полезным, пока нет Сайлента. У Сайлента нет байбека. Давайте мы это видим прекрасно. Байбека у Сайлента нет. Есть байбек только у Резолюшна, но Резолюшн жив. Самое интересное, что тот, у кого есть байбек, тот не умирает. И это хорошо в любом случае. Высвапывает у нас Резолюшна Always Wanna Fly. Опять жертвует своей жизнью, чтобы просто жил кор-герой команды Empire. Always Wanna Fly просто мать Тереза данной игры. Действительно, сколько раз он себя уже подставил, чтобы жил Резолюшн. Ну цени Резолюшн, нападай. Йоко врывается у нас, включил Blade Mail. С4 ловит Хекс. Барак пока что стоит. Сдалека наваливает у нас Артизи. С4 должны развалить Грейв. С4, Primal Split имеется. Сейчас заканчивается Грейв, и в Primal Split заходит С4. Резолюшн ловит у нас несколько ударов от Артизи. Разваливается байбек от Резолюшна. Втроем живы игроки Empire. Заканчивается... Да нет, только половина у нас с Primal Split. Ну что, все равно убили низ. Убили низ, но то, что Резолюшн байбекнулся, это в принципе верно, потому что... Снеслась бы еще одна сторона 100%. Зачем уходить отсюда, если бы не байбекался Резолюшн? Там Silent в соло вместе с Леоном без ульты толком ничего бы не сделали. Можно было бы топ снести, и игра бы на этом точно закончилась. Сплэша ни у кого нет, фармить и дефать от мега-крипов команда Empire не может. Давайте по графикам посмотрим, честно говоря, больно открывать их. Ну ладно, 3, 2, 1... 20 с плюсом и 20 с плюсом по экспириенсу. Печаль, беда и угнетение для команды Empire. Они знают прекрасно, какой оверфарм у каждого из игроков Empire. Конечно же, секрет. У Empire оверфарма не имеется. Так, прочекали что? За Рошана хочет подраться Резолюшн или команда Empire? Может быть, есть в этом смысл? Ну, а почему бы нет? Может, получится в узком проходе удачно подраться, и Резолюшн ультанет так, что оторвет всем лица. А может, не получится уже ничего. В любом случае, вариантов немного. Надо что-то предпринимать. Алоха Дэнс в инвизе. Алоха Дэнс в инвизе, но здесь же Гем. Здесь Гем у кого? Он, не знаю, у кого, у Пупея, скорее всего, да. Гем у него. Алоха Дэнс очень быстро погибает. Сайлент под БКБ. Здесь Йоку. Йоку через хукшот врывается в Куроку. Надо попытаться хотя бы Куроку забрать. Очень сильно навалили у нас Йоку. Йоку погибает. Погибает Сайлент. Резолюшн здесь старается драться с Артизи. Артизи под Грейвом. Резолюшна поднимают. Не дают разультиться. Опять же, это делает Куроку. MVP данного матча необсуждаемый. Куроку поднимает Резолюшна. Резолюшн ульты не дает. 5 в 0. Team Vibe со стороны команды Secret. GG. Действительно, GGVP. Вот в плане well played это 100%. Поздравляю, Secret. Выигрывают они вторую встречу в этой катке Best of 2. По-моему, игра была крутейшая. Хайлайтов тут вполне себе ничего. А у Empire не что-то не задалось. Но опять же. Возвращаясь к небольшой тухленькой аналитике от меня данного матча. Мне кажется, что Secret просто выполнили то, что были обязаны. Они взяли героев, на которых умеют играть. Куроку на Рубике, это очень просто. С4 на Брюмастере, это с закрытыми глазами. Пупей на Дазле, Зайв сложную на Бэтрайдере. Это герои, которые не требуют, во-первых, сплоченности и сыгранности. Во-вторых, не проседают и не требуют каких-то особых условий. Чтобы где-то прокнуло на крит, где-то прокнуло на крипов, там еще на какую-то ерунду. Они просто готовы драться. Ну и здесь опять же снайпер от Артизи, 23-15. Резолюшн круто сыграл. Always Wanna Fly 2.14 сыграл, но сыграл невероятно круто. У него самый слабый ГПМ. Но он делал то, что должен был делать. Он должен был сейвить своего тиммейта, он это делал. В любом случае, Empire сражались, по-моему, мощнейшим образом. Это заслуженная победа команды Secret, бесспорно. Но Empire явно не заслужили победу. Хотя это не заслужили поражение. Хотя это не поражение, счет 1-1 в данном матче. Ну что, одну секундочку, не переключайтесь. Сейчас скажу, что нас ждет дальше. Дальше нас ждет Join Dota MLG Pro League в 23 сет. Примерно через полчаса, чуть-чуть больше. У нас начнется игра между Fire и Thundercats. Американский дивизион Joy Dota MLG Pro League. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. Заходите к нам
заходите к нам на Огонек, заходите к нам в группу ВКонтакте, заходите на YouTube, там очень много вводов. Ну, работали мы усердно, работаем всего первую неделю, но сделали столько, что не все успевают за месяц столько сделать. Короче говоря, чтобы наши старания зря не пропали, заходите в группу, ставьте свои лайки здесь под видео, все это бесплатно, подписка бесплатна на канал. Качество скоро будет немного получше. Ну, не немного, а намного получше. Поверьте мне, то, что вы видите на своих твичах, это далеко не то, что я вижу на мониторе. Но мы молодая организация, молодая студия, которая пришла и решила привнести в мир доты, аналитики, комментирование, что-то свое, что-то новое, что-то уже получается. И очень много у нас в проекте впереди. Пока что небольшая пауза, я включу вам музыку. Если что, какие-то вопросы будут, задавайте их в чате. В чате пообщаемся, я готов отвечать. В общем-то, пожелания тоже можете там оставлять. Так, все, до связи, услышимся примерно через полчаса 40 минут.